Второй тайм матча ЦСКА Ростов. 0-0 после первого тайма. Шестой тур у нас продолжается. И мячом владеет Ростов. Владел. Еременко отдает на Мусу. Муса тут. Рядом Бердблум. Мяч улетает к Дзагоеву. Муса. Еременко. Еременко. Давай. Не дают ему там валить с ног Еременко. Игнашевич. Опять этот Баштуш. Калачев. Это желтая карточка Игнашевичу. Штрафной. Навес! Игнашевич выносит мяч. Дальше Еременко на Мусу. Муса, убеги. Лосовский как сыграл в отборе. Калачев. На Гацкана. Тот правее на Думбию. Думбия, подача. Мяч отлетает на Канга. Тошич вперед на Мусу. Муса тут совсем один. Загоев. Еременко. Не получается, не получается продрать его армейцев к воротам Ростова. Думбия. Отличный отбор. Баштуш опять этот, да что такое? Снимает все. Калачев. Подача, Акинфеев. На Мусу, точно. Муса, давай. Что ж такое-то, а? Не получается, не получается ничего у армейцев. Устали они со спортингом, а? Думбия. Муса, давай, давай, Муса! Ну куда ж ты Муса бьешь? Полос. Еще есть 20 минут, чтобы забить армейцам. Такой важный гол. Полос на вес. Ой, что за... Что сейчас сотворили Игнашевич с Фернандесом? Непонятно. Акинфеев. Баштуш опять этот тут. Вот он и ошибся! Давай, Муса! Не дают вообще пройти. Крепко сели в оборону. Так, мяч у армейцев. Еременко! Муса! Забивайте!
Новосельцев! Фернандес! Да, ну Натха, ну что ты творишь? Машкин. Бухаров. Так. ЦСКА отбился. 10 минут. 0-0 у нас, дорогие друзья. В матче 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и Ростовом. Бухаров. 1-0. Около 10 минут остается у армейцев, чтобы сравнять счет. Загоев! 1-1! Вот это да! Вот это подключился Алан! Загоша! Алан Загоев уводит свою команду от поражения на 85-й минуте матча. Быстро забивает ответный гол армейская команда. Загоев на Мусу, обратно. Загоев на левом фланге несется. Муса тоже параллельным курсом. Ох, не дают пройти тут Алану. Думбия мяч выбивает. 90 минут уже истекли. Верблом. Загоев. На Бабкин мяч потерял. 5 минут добавлено. Станкевич. Муса, Мусалин не сделал точный своевременный пас, но отобрал мяч! На! Еременко! Натхо! Загоев! Но как ты не попал? Героем бы матча был! Ну что же, дорогие друзья, в матче ЦСКА Ростов в нашем прогнозе ничья 1-1. Поделили команды очки по тем самым 1-1. Ну а с вами был Time Games. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И до следующей встречи. Всем пока!